большой компетент Бетти Трикс. На середине 3 из 20. Максимум 20 вполне. На кинетический земной ВД может еще что-то придать. Там 25 может больше. Но вряд ли уже это не надо. То есть нам ферма, например, гидропоника прибавит. Ну, конкретно еще прирост, еще прирост прибавит, если нам что-то будет давать. Денег нет. То, что поддержки населения, она выгодна, когда есть там население. Ну, то надо еще одного кого-то искать. Один переселенцев. Ну, на нее, чтобы выскочить. Среднеземное. Ну, тоже хорошая планета, но мы так не могли бы закрыть, если бы сюда прилетели, надо бы эту было закрыть. Потом эту. Ну, пара фрегатов у нас на сторону была. Battle Station. Военный аванпост. И пару туров будет колонизаторский корабль на Ньюкс, то есть надо до того решить как. Ну пока еще надо до плечо, что там будет видно. Угу, он клюнул. Ну кажется, что долетать только трохи далековато. А в Бетти GNN, галактическая служба. В Бетти увеличилось население. А что нам поведают эти? Джеймэн. А теперь последняя сводка о положении дел в галактике. Галактика не идет. Количество имеющихся колоний. Ну, все рекорды медленно развиваются, что не так. В Дарлоке, кажется, ничего не счет, типа у них мало, а потом резко сейчас. Уже уровня был ратин. У нас пару фрегатов 16 атак, а тут 12 и четверых, но у них 80 дефенс. Парниковые фрегаты, они могут нас хлопнуть. А мы сюда сейчас попробуем, как бы, ну, они полетят за нами, мы туда. И все. А если не высадят их, чтобы... или сюда проскочить надо. Ярсиан этот. А обойти только по кругу, только сюда. Или же... Тигрисид. Тигрист. Ну, Тигрисид этот. Таранские руины. Можно сюда продвинуться. Но здесь летают, здесь по кругу, они все равно хлопают. Вот. Ну, вот. У нас Мандалорайн будет прикрыт через тур. Военной базы. Атака на этот аксион. Радиоактивный, который не нужен. Особо. Маленький бедный радиоактивный. Сверх бедный. Это сюда можно по городу. Ну тут целый корабль надо провести, чтобы он сюда вернул. А терраформинг тут. Ну разница размера. Группа терраформинг выходит. Планета.
После уничтожения базы пиратов уцелело несколько зданий. Население, ну мы пару раз и так население получили. Все, давай. Танцер везде. А тут кто? Сака космическая, хоть что-то не хотят. Может, наблюдение установить. Переместиться. Такой же значок, как и учёные дыры. Вид. И куда мы нырнули? Вот эта червоточина идёт к псилонской червоточине. Справа, она одна, которая. А вот это мы прыгнули сюда, слева от Мандалорина, на самом деле мы по кругу обходим. Через Эксион и Вилон, червоточину. А это Аудакс. Между Аудакс и Хриса. Она с Хриса на самом деле видится. Это за Монтаной тут червоточина. У них Эсва это. То есть над Скальером. Вулкан. Неизвестно, может вулканоиды. Ну, имеют какие-то планеты где-то. Потому что еще есть люди и вулканоиды, еще две. Вот для людей вулканоиды это все остальное. Осталось. И тут плотность огромная. А сюда на Буланин прорваться, так мы с этими входим. Сакларио. Типа конфронтация, уже и так война. Ну это такая непонятно, что делать. То есть нюк сажать, а тогда был бы шанс Буланина и туда сюда как-то ударить. На фейде. Ну это во фланг будут они там. Сюда полиция. Но у нас нету такого каравана, каких-то планетарских кораблей, чтобы там бросать сразу. И плюс защита, и плюс флот, ну то есть сильно много. Если бы оно было. Лентар. А тут у них еще фронт сзади. Ну, типа как за воротами. Капурия. Мы здесь были, но ухода вроде нет. Валькир. Валькирия. Большая, богатая, никакая, высокая гравитация. Четыре, а сколько у них? Пять мы видим, неизвестно. Ну, ударил кого?